дорогие земляки, хертемана, энкрмана, авнер, эджнер, хертемене вермют. Сегодня у нас большой праздник. Сегодня вся наша огромная страна празднует День России, день своей государственности. История России уходит глубоко в века. История России богата традициями, культурой, но самое главное, история России богата дружбой, братством народов, населяющих ее огромные территории. Наша республика, наша родная Калмыкия – одна небольшая часть, составная часть нашей огромной, могучей державы. Сегодня мы можем гордиться, что когда-то наши предки, те калмыки, которые пришли сюда, на берега Волги, Седого Каспия, выбрали одну судьбу с Россией. И с тех пор история России, судьба России неразрывно связана с историей калмыцкого народа, судьбой Калмыкии. Я от всей души поздравляю вас с праздником. Хочу надеяться, что всегда над нашим домом будет мирное небо, что в наших домах будет звучать детский смех, что в наших домах будут царить улыбки наших стариков. Я от всей души поздравляю вас с этим великим праздником и хочу заверить всех, что мы сохраним навсегда дружбу, братство народов России. Этому яркий пример – дружба и братство нашей республики, многонациональной, многоконфессиональной республики. Сегодня здесь прошли между нами, перед нами представители наций и национальностей нашей Калмыкии. Но тысячи и тысячи их в наших необъятных степях сегодня вместе с нами празднуют День России, день нашего государства. От всей души с праздником счастья, здоровья, мира нашей стране, счастья нашим семьям. Спасибо большое, Алексей Маратович. Уважаемый Алексей Маратович, мы просим вас остаться на сцене для выполнения почетной миссии.